Всем привет, это мой новый видеообзор на коллекцию «Насекомые и знакомые». Сегодня у нас 10 номер «Стерноцера хильдебранти». Это новинка коллекции, которая в прошлый выход не выходила, а она выходила только за границей в разных странах. Для нас это новинка. Все увиденные мною стерноцеры были немного в плохом качестве, все в серебре. Но я выбрал вот такую вот златку, она такая, семейство златки. Мне вроде нравится, но у него оторвали усик. И оторвали немного лапы. Половины. Такие у него глаза. Качество бруска такое же, как и обычные новые номера, но он немного выше, вот, как видно. Но в кейсе не особо заметно. Серебра нет на моем. Отлично расположен. Но многие, которые я видел, были в серебре. Плохо. Итак, журнал. Тираж журнала такой же, 350 тысяч. Карточка стерноцеры. В журнале рассказывается о златках. Вот такие вот разные бывают златки. Строение. Места обитания. Это теплолюбивые жуки, вот такие вот разные они тоже. Очень много их. Кстати, следующая златка будет в 15 номере. Образ жизни, как они размножаются. Стадия личинки. Такие тоже качественные картинки нарисованы. Нападение и защита. Основные враги златок это дятлы, птицы и рептилии. Рассказ о раскраске их. И статья суперрекорды. Саранча, усачи и многие другие. Насекомый человек. Амулеты жизни и смерти. Статья рассказывается о разных амулетах и насекомых. И вот стандартная картинка. Реклама магазина. И в следующем номере азиатский клоп. Всем спасибо.